Всем привет! Сегодня мы едем в гостиницу участвовать в спартакиаде. Я, например, буду играть в теннис. Наши ребята еще будут играть в футбол, волейбол, дартс. Мы участвуем каждый год в этой спартакиаде. Надеемся, что сегодня у нас будет удачный день. Сегодня мы хотя бы займем второе место. Сейчас жду Татьяну Николаевну, спортивный сектор наш. Автобусы мы все ждем, уже собираемся на улице. Ну что, мы почти все в сборе. Нас подвел один человек, это Эмиль Комаров. Привет тебе, если посмотришь это видео. Едем неполным составом. Не знаю, как будем мы участвовать. Посмотрим. Так, ну что, вот мы приехали. Нам выдали уже вот такие футболочки. Собираемся, ждем остальных, остальные команды. И будем уже играть, участвовать. Команда Старопольского сельского поселения. Команда Загрив. Так, я сыграла 3 игры из 6. Из 3 я победила только в одной. Это все сказывается тем, что я целый год не играла вообще в теннис. Вот. Еще у нас играет мальчик, поэтому еще зависит общий результат, в общем, будет мальчиков и девочек складывается, и поэтому будет место. В общем, в итоге в теннисе я заняла 4 место из 6 девочек. Мальчик, про которого я говорила, занял 6 место из 6. Старопольское сельское поселение заняло, наверное, где-то или 5-е или 6-е место. Следующий на очереди у нас тур «Слёт». Он состоится 29 июня по 1 июля. Покажу, все увидите там. Кто не был на тур «Слёте», побывайте. Ну, через видео. Сейчас жду Вадика, он за мной приедет, и мы поедем вовсе на день рождения Лидухи. Да, помните, про которую я говорила, типа, вообще самый позитивный человек в этой деревне. Ну, то есть, вовсе еще. Вот. О, летит орел. Летит. Здрасте. Не подбросите до вовсе еще. Знакомьтесь, это Вадик.